стропила нашего будущего, вышитой из крепдышины. Вниз по течению Волги перемещается стоп-машина. Выглядывает из омута, ползет от плеса до плеса, в ней шпинделя черного дерева и бриллиантовые колеса. Механизм ее то вращается, то прекращает с устатка. Машина та заразилась не по умыслу, а с недостатка. В голове у нее танцуют царь Соломон с царицей Тамарой. Вчера один мусульманин видел ее под Самарой.